Но раз уже они вышли, вы должны отработать. Вы должны танцевать и петь самую глупую песню своего репертуара. Это называется «Не спастись». «Не спастись». Вы готовы спеть? А вот у нас и танцоры, да? Can it be dance? Yeah, I mean, you know what I mean, like... It's disco time in the 16 towns, baby, yeah, like a big fan, yo, let's go, yeah. Ну давай, красавчик. Мое сердце не в моих руках, и душа от счастья так легка. Тебя нет и все вокруг не так. Позвони, верни все на места. Я спешу к тебе, я так спешу. Если только что мне везет. Я спешу к тебе, я так спешу. Иногда я о тебе пишу. Я так смешать, думал уйти, но мне от нее уже не спастись. Я так смешать, думал уйти, но мне от нее уже не спастись. Я так смешать, думал уйти. Я знаю, нет причин. Кто пишет, что я такой один? Я надеюсь, что еще нет. У меня есть, что тебе донать. Это быстро не пройдет, прости. Досчитать успеешь до десяти. Я спешу к тебе, я так спешу. Тебе пишу, я думал сбежать, я думал уйти, а мне от нее уже не спастись. Я думал сбежать, я думал уйти, я думал сбежать, я думал уйти, а мне от нее уже не спастись. Я думал сбежать, я думал уйти. А можно еще раз в зал свет немного дать? На зал. Для людей. Да ладно, блин, круто. Друзья мои, поможете подойти поближе. Место освободить. Подойдите поближе. Я хочу поговорить с вами. Ну подойдите поближе, что вам здесь. Друзья мои, после концерта ждут. Ты, близко. Вот, а что сразу не поминать-то? Можно я сейчас банальную хрень скажу? Банальнейшую из банальных. Сука, я обожаю петь. Очень люблю. Очень. А вы еще и слушаете. Каждому, а сейчас еще музыкант. Пока не хлопать. Хлопать.
На барабанах играл Давид Сакабанянц. На ладошах играли самые лучшие зрители в городе Москве. Ну и теперь, хлопайте себе, хлопайте. Ну теперь по лучшим традициям любого живого концерта пришло время танцевать под быструю музыку, потому что пришло время Jam Session. Кто в этом зале поет? Гаяна, прошу тебя на сцену. Юрий Терещенко, ты здесь?